Человек-паук, да, он популярный. Он стреляет паутиной прямо из рук. Он спасает город от всяких злодеев. Он всем помогает и не даст в обиду он. Быстрый он, летать умеет. Цеплять он как-то к домам. Самый он популярный в мире. Супергерой, и это факт. Человек-паук, он легенда тут. Он уже известен, давно реально вдруг. Сняли много фильмов, но в комиксах был-то он. Врагов одолеет, ведь всегда выигрывал он бой. Укусил паук, и теперь он тут. Это Человек-паук, он силен и реально крут. Паутина как канат, и летит он мир спасать от злодеев, что думают и победить его. Но всегда злодеев ждет, а реально один же исход. От злодеев, что думают и победить его. Но всегда злодеев ждет, а реально один же исход. Из любой проблемы выход он найдет, потому что сильный и быстрый тоже. Он спасает город от всех злодеев. Он всем помогает и не даст в обиду он. Быстрый он, летать умеет. Цеплять он когда к домам. Человек-паук, он легенда тут. Он уже известен, давно реально вдруг. Сняли много фильмов, но в комиксах был-то он. Врагов одолеет, ведь всегда выигрывал он бой. Это Человек-паук, он силен и реально крут. Паутина как канат, и летит он мир спасать от злодеев, что думают и победить его. Но всегда злодеев ждет, а реально один же исход. От злодеев, что думают и победить его. Но всегда злодеев ждет, а реально один же исход. Самый популярный на ютубе — это правда. А 4 Влад Бумага — это топ. У него есть ламба и у него есть гелик, у него команда. 48 лямов есть, 4 в команде. На канале Влада Гленд и Марк Риви ему помогают. Жалко нет Кобяка, куда ушел Серега? Это А4, Гленд и Рививи. Видео снимают с Марком А4. Короли ютуба, но немного платят Дженни. А4 любит деньги сильно, видео он говорит, в тренды попадает. Брат его Глеб. Жалко Кобякова нет, и Сереги тоже нет. Почему ушел Кобяк? И Серега обещал, что вернется на канал Серега видео снимать. Но взял А4 Марка и Серегу променял. Кто вернется на канал Серега видео снимать? Но взял А4 Марка и Серегу променял. Всегда побеждает в челленджах Бумага. Скоро уже будет 9 лет каналу. У него есть ламба, у него есть гелик, у него команда, 48 лямов есть, 4 в команде, на канале Влада. Гленд и Марк Риви ему помогают. Это А4, Гленд и Рививи. Видео снимают с Марком А4. Короли ютуба, но немного плагиатит Дженни. А4 любит деньги сильно, ведь он говорит. Жалко Кобякова нет, и Сереги тоже нет. Почему ушел Кобяк? И Серега обещал, что вернется на канал Серега видео снимать. Но взял А4 Марка и Серегу променял. Что вернется на канал Серега видео снимать. Но взял А4 Марка и Серегу променял. Людям он же помогает, когда он спасает мир от зла. Экзоскелет есть у него, железный он, и это топ. Есть много денег, смог-то сделать у него. Миллиардер он, да еще и филантроп. Летит быстро он спасать планету. Этот мир спасает, костюм надевает. В нем он очень сильный, почти непобедимый. Плазмой он стреляет, гений и механик он, и изобретает
Новые костюмы будут, а не то бизнес совладелец Джавир Сробат его. Он железный человек, супергерой же навек. Вот придумал Тони Старк робота, он же себе. Из титана и золота он сделал робота. У него же много денег, для него это пустяк. Из титана и золота он сделал робота. У него же много денег, для него это пустяк. Но камни оказались сильнее же его. Надеюсь, он вернется и будет хорошо. Экзоскелет есть у него, железный он, и это топ. Есть много денег, смог-то сделать он его. Миллиардер он, да, еще и филантроп. Этот мир спасает, костюм надевает. В нем он очень сильный, почти непобедимый. Плазмой он стреляет, гений и механик он и изобретает. Новые костюмы будут, они топ. Он железный человек, супергерой же навек. Вот придумал Тони Старк робота, он же себе. Из титана и золота он сделал робота. У него же много денег, для него это пустяк. Из титана и золота он сделал робота. У него же много денег, для него это пустяк. Мега популярный на ютубе, это правда, Титанмен и Радиомен. У них есть пушки, еще есть молот, ядро, у них есть еще есть пилы. Мир они спасают, а туалетов не стоят на месте, границ просто нет. Улучшаются они, на них-ка ты посмотри. Скипиди туалеты, опасные конкретно. Джимен и ученый хотят захватить планету. Но есть супергерои, не дадут сделать скипиди стандартные. Жителям помогут защитить планету. Да, они вот молодцы, но не все так просто, ведь их ждут бои. Но Титанмен пострадал, что теперь же делать нам? Как его дождаться нам, чтобы лучше еще стал? Ведь ученый не так просто заманил он их туда. Но надеюсь, Тивимены пережить помогут, а ведь ученый не так просто заманил он их туда. Но надеюсь, Тивимены пережить помогут, а гонка технологий будет продолжаться. Только новых серий надо же дождаться. У них есть пушки, еще есть молот, ядро у них есть и еще есть пилы. Мир они спасают, а туалетов не стоят на месте, границ ростом нет. Скибиди туалеты опасные конкретно. Джимен и ученый хотят захватить планету. Но есть супергерои, не дадут сделать скибиди стандани. Жителям помогут защитить планету, да, не вот молодцы. Но Титанмен пострадал, что же делать теперь нам? Как его дождаться нам, чтобы лучше еще стал? Ведь ученый не так прост и заманил он их туда. Но надеюсь, Тивимены бережить помогут, а ведь ученый не так прост и заманил он их туда. Но надеюсь, Тивимены бережить помогут, а наемник опасный, за спиной две катаны. Сильный он, боятся всего. Костюм черно-красный, это не напрасно. Врагов не боится, и это прекрасно. Пулю он разрезать сможет катаной. Он очень сильный, и это все знают. Регенерация — это дар его всегда. Он непобедимый наемник, он шутливый. Сражается умело, Уэйд Вильсон его имя. Много разных шуток всегда есть и у него. И он популярен из-за приколов, это топ. Очень меткий он, и в этом он силен. Красно-черный вот костюм, он идет, и это жуть. Он бесстрашный, это факт. Идет этот мир спасать и бояться, да все злодеи при виде его. Потому что очень смелый, и их не боится он. И боятся, да все злодеи при виде его. Потому что очень смелый, и их не боится он. Цветом он похож на Человека-паука. Акробат умелый на стороне добра.
Костюм черно-красный, это не напрасно. Врагов не боится, и это прекрасно. Пуль он разрезать сможет катаной. Он очень сильный, это все знают. Он непобедимый наемник, он шутливый. Сражается умело, Уэйд Вильсон его имя. Много разных шуток всегда есть и у него, и он популярен из-за приколов этот. Красный, черный, вот костюм, он идет, и это жуть. Он бесстрашный, это факт, идет этот мир спасать. И боятся то все злодеи при виде его, потому что очень смелый, и их не боится он. И боятся то все злодеи при виде его, потому что очень смелый, и их не боится он. Это две машины же у Влада А4. Ламборгини популярные давно. Ламба быстрее едет, и это же правда. Видео он доказал, и это, конечно, топ. А гелик серый, зато больше ламбы он поместит команду А4 в нем. Ламборгини Хуракан. Да, да, да. Оранжевый пепел, цвет Ламборгини. Серебристый гелик, вот еще машина. Был он в Хамере, та и в Роллс-Ройсе, и в Слада же была. Но он выбрал гелик. Непонятно, почему же вышло так, но он рассказал же вот почему. Ламборгини он продал, А4 та же Влад. Сложно ездить же ему на дорогах, это факт. Но есть гелик, который сможет проехать везде, даже там, где той дороги абсолютно даже нет. Но есть гелик, который сможет проехать везде, даже там, где той дороги абсолютно даже нет. Гелик для него всегда номер один, но ламбу тоже помнят подписчики, ух ты. Ламба быстро едет, и это же правда. Видео он доказал, и это же, конечно, топ. А гелик серый, зато больше ламбы он поместит всю команду А4 в нем. Оранжевый пепел, цвет Ламборгини. Серебристый гелик, вот еще машина. Был он в Хамере, та и в Роллс-Ройсе, и Тесла даже была, но он выбрал гелик. Непонятно, почему же в Ламборгини он продал А4 та же Влад. Сложно ездить же ему на дорогах, это факт. Но есть гелик, который сможет проехать везде, даже там, где той дороги абсолютно даже нет. Но есть гелик, который сможет проехать везде, даже там, где той дороги абсолютно даже нет.